В общем, кофейный патруль. Вот такая вот у нас сегодня особь. Это кофе из Мираторга. 55 рублей, классика, обычная американо. Что можно сказать по этому поводу? Ну, будем тестить. Изначально он идет со стандартным набором, то есть там есть крышки отдельно, можно выбрать стакан, сахар, палочка, запечатанная трубочка, уже в принципе хорошо. Вот, топпингов не было. Но есть еще у них акция такая, если вы берете 6 кружек, вернее 5 кружек, шестая вам не в подарок, к сожалению, а по цене 1 рубль. Цена чека средняя, 55 рублей. Ну, это как бы дешманский кофе считается. Попробуем. Ну, сейчас он остыл. Зерновой. Без сахара я делаю обычно. Ну, по вкусу. Так, чтобы сильно не смущать людей, чтобы на большое многообразие вкуса не обращали никакого внимания, потому что это ячменный напиток какой-то, скорее всего. Даже отдаленно не напоминает кофе. Либо много воды, либо мало кофе. Ну, добрячи помычики, так сказать. Безусловно, если добавить сахара, то сахар убьет весь вкус. И мы уже никогда не сможем узнать, что нам продали. Вот. Комары тут, конечно, жесть. В общем, кофе из Мираторга. Та еще лють. Наверное, я не рекомендую. Сколько ему поставить? Да. Скорее всего, это будет 1 балл. Почему именно 1? Да все просто. Потому что на кофе это не похоже. Им явно нужно менять и зерна, и обжарку. В общем, как-то так. Обходите кофеек из Мираторга стороной. Всем, кому было интересно данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, добавляйтесь друзьям. Всем пока!